Подняли кубок над головой. Сегодня ночью студенческая дружина «Динамо Алтай» вернулась из Красноярска, где одержала победу в международном турнире Student Hockey Challenge. В финале команда Александра Усачева буквально вырвала победу у соперников из Словакии. Проигрывая по ходу поединка, динамовцы каждый раз все же находили в себе силы, чтобы догнать оппонентов. В конце матча удалось и вовсе вырваться вперед. После этого словаки устроили штурм ворот барнаульцев, но забить шайбу не удалось. 4-3, и «Динамо Алтай» возит домой кубок и золотые медали. Этот международный турнир, по задумке организаторов, должен был проверить готовность спортивных объектов Красноярска к зимней универсиаде 2019 года.